Неплохо. Вы должны $1000 столику номер 4. Рассчитайтесь. Что значит, когда у человека вот такой взгляд? Поехали. Покажем ребятам, кто мы такие и зачем мы родились на планете Земля. Смотрим. Опа. Это же я. Вот это сюрприз. Давайте. Раз, два, три. Обнимай свою невесту. Обнимай свою жену. Украли невесту. На месте невесты сидит какой-то мужик. У нас проблема. Let's go! За что вы пойдете? Ради того. Да? Только не раздеваться. Надеюсь, смотри на нее. Валим их танцем. Посмотри, сумасшедший человек только что из дурдома сбежал. Поднять правую ногу и сделать вот так. Йоу, дайте джазу. Но это не Янукович, точно. Это Маша? Маша, приятно с вами познакомиться. Я не помню его название, но мне... Ром-4? Это дедушка Саша подсказывает мне уже. Не наливайте этому гостю, пожалуйста. С-класс, я понял, да. А ты тоже ничего. Кого я спасаю? Его я спасаю? Ой, мужики, они привыкли вот этой частью работать, а ты... О, Зора пошел! Давай что-нибудь посложнее! Подтянутые что-нибудь давай! Карате! Удиви нас! О, да! Как ты осмелился украсть туфельку у невесты? Знаешь, сколько стоит туфелька у невесты? Вот, вот, видишь, не знаешь. И слава богу, лучше тебя не знать. Иди сюда! Иди сюда! А что у тебя, инфузория туфелька на рубашке лишь? Подожди секунду. Как тебя зовут? Никита. Ты ребенок? Нет. Это серьезный человек, он приехал с Голландии, олигарх, мы его не трогаем. Сколько ты хочешь денег за туфельку? 200. Что 200? Гривен. Такие дети еще есть. Ой-ой-ой-ой-ой! Сразу видно подготовка Ибица, Итака. Baby, take off your shoes. Скажи, пожалуйста, ты кого любишь больше, папу или маму? Быстро решай. Папу. Опачки. Ты первый ребенок, который сказал папу. Это жена олигарха, бывшего политика. Я предлагаю разойтись, пока не поздно. Слышишь настрой? Сумасшедшие люди. Расходимся. Да ты шо? Иди сюда, камера, иди сюда. Ну что, ты вот это вот от меня бегаешь. Свадьба, Бристоль, Саша и Ира. Я не смотрю на это, не смотрю. Когда молодожены перемещаются по залу, естественно, гости аплодируют. Ау! Эй! Что за фигня произошла? Вы еще выговариваете это к этому времени? Спасибо Руслану Костову и его команде. Он мастер своего дела. Спасибо ему большое. Мы очень рады нашему вечеру. Все прошло просто замечательно. Большое спасибо, низкий поклон ему.